Всем привет! Сегодня я хотела вам рассказать о том, где провожу свой субботний день. Обычно я стою в 11 утра, но сегодня, после вчерашней тусане, я проснулась в 2. Уже отвела Боню на стрижку, которую планировала сделать еще 2 месяца назад. Она дико заросла. Сходила, как обычно, с утра за кофе с булочками. Вот, и иду домой. Все, пошла за Боней. Сказали, что ее сегодня постригут под мальчика. Вместо девчонки я сегодня заберу мальчишку. Доктор очень ругался, говорят, что у нее текут глаза. Поэтому сейчас я посмотрю на результат. Хотела ей купить какую-то розовую кофточку, либо курточку. Но теперь чувствую, придется покупать голубую. Ну, раз мальчик же. Все, Боню постригли под мальчика. Боня, конфетка моя. Мы идем домой, она недовольна. А куртку мы не купили, ничего мы, конечно, не купили. Сказали, что кризис, в связи с санкциями, с Америки ничего не везут. Поэтому мы люто обломались. Будем ходить вот такими вот голенькими. И мучиться, и мерзнуть. Привет, сказала вам. Пришла домой после стрижки Бони, подумала, что же делать. Ну, короче говоря, решила я почитать книгу. Книга чудесная. Хелен Филдинг. Бриджит Джонс. Без ума от этого мальчика. Я искала ее очень давно, наверное, где-то год. Слава богу, я ее нашла. Нет, смех смехом, это реально. Я потратила год. Искала в интернете, даже с переводами, но переводы были неточные, все жаловались. И вот буква Эди, она буквально там месяца полтора назад появилась. И дочитав предыдущую книгу, я схватила сейчас за нее, буквально за несколько дней я прочла уже половину. Читается легко, интересно. Даже можно сказать о том, что фильмы я уже смотрела исключительно только после книг. Книги потрясающие, действительно потрясающие. Сюжет, конечно, с фильмами немножко разнится, но... Да и фильмы тоже хороши. Я бы не сказала, что фильмы были бы какими-то плохими. Они тоже позитивные, я люблю их пересматривать, особенно в самолете. Если я куда-то далеко лечу, я включаю либо дневники Бриджит Джонс, ну и по статистике «Дьявол носит Прада». Боня пришла. Она тоже, наверное, хочет попасть в видео и быть героиней этого сюжета. Вот. А с утра я ходила в булку хлеба, купила всякие булочки, вкусняшки, которые я люблю. Но покупаю их не часто, покупаю только по субботам. В субботу у меня праздник живота, статично. Всю неделю я выбираю, что поесть, как поесть. А в субботу я себе позволяю по утрам такие вот праздничные булочки. И купила я в булке хлеба сегодня облепиховый живой морс. Вот, написано, что био, но он вообще не вкусный, жидкий, хотя состав, в принципе, очень хороший. Я не вижу здесь ничего, ни консервантов, должен быть натуральный, и срок годности у него не более одних суток. Вот, так что сейчас я почитаю немножечко книжку, займусь уборкой и решила, что вечером обязательно пойду на Дракулу. Очень хочется посмотреть. Уже все были, по-моему, кроме меня. Поэтому с нетерпением жду вечера. Все, я оделась для кино. Сегодня по-спортивному. Фильм был очень крутой. Спецэффекты, экшен, но сюжета не было. Говнофильм. Где-то в глубине.